Премьер-министр Великобритании Ли Трасс заявила, что отказывается уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей консервативной партии. Она намерена провести консервативную партию на следующие парламентские выборы. Напомним, что рейтинг Ли Трасс резко снизился после того, как она объявила о плане восстановления британской экономики. План был ориентирован на обеспеченные слои общества и заодно встряхнул фондовые рынки, обрушив фунт до рекордно низких показателей. Даже президент США Джо Байден назвал ошибочным экономический план Трасс, отметив, что нынешнее развитие событий в Соединенном Королевстве вполне предсказуемо. Так Трасс принесла извинения британцам за ошибки, допущенные при представлении экономической программы правительства, которая спровоцировала хаос на финансовых рынках. Она сообщила, что назначила нового министра финансов с новой стратегией по восстановлению экономической стабильности. Сегодня и политическая, и экономическая ситуация в стране находится в тяжелом состоянии. Это последствия Брексита и пандемии COVID-19. Когда многим компаниям пришлось закрыться, люди остались без работы. Произошел экономический спад. 3 недели назад в Британии начало возрастать недовольство политикой премьер-министра Ли Трасс по поводу вывода страны из кризиса. Она не понимает, что делать на данный момент. Премьер-министр Великобритании не явилась на заседание палаты представителей британского парламента, отказавшись тем самым выполнять требования оппозиции и давать комментарии относительно изменений курса экономических реформ и увольнения министра финансов Квази Квартенга. Вместо нее выступала представитель консервативной партии Пенни Мортонт. Как отмечают наблюдатели, решение Трасс отказаться от выступления перед оппозицией свидетельствует о достаточно шатких позициях ее кабинета. Трасс пришлось отказаться от первоначально озвученных реформ по снижению налогов после того, как это привело к рекордному падению курса фунта и обрушению спроса на государственные долговые бумаги. Сам народ Британии также недоволен таким отношением и политикой. Ведущие представители консервативной партии Великобритании полагают, что премьер-министр Ли Трасс должна уйти в отставку. Об этом ранее сообщили британские СМИ. И финансовую дисциплину.